В Новочебоксарском городском суде начались слушания уголовного дела по факту стрельбы у ночного клуба в Новочебоксарске. Перед судом предстанут двое жителей республики Мариэл. В ночь с 19 на 20 июля прошлого года молодые люди открыли стрельбу из охотничьего оружия по посетителям ночного заведения. В результате пострадали 4 молодых человека. Они были доставлены в лечебное учреждение Новочебоксарска с различными огнестрельными ранениями. После совершения преступления Ваган Хачатрян и Никита Ермаков выехали за пределы республик Чуваши и Мариэл и были задержаны в августе прошлого года в Московской области. Им было предъявлено обвинение по двум пунктам Уголовного кодекса – покушение на убийство двух и более лиц и умышленное причинение двум лицам тяжкого вреда здоровью. В ходе следствия один из обвиняемых свою вину не признал, а другой обвиняемый свою вину признал частично. В ходе следствия необходимо было допросить большое количество свидетелей. Сложность заключалась в том, что молодые люди подъехали на парковку в тонированном автомобиле без государственных регистрационных знаков. Соответственно, пострадавшие их лиц не видели практически, в связи с чем необходимо было установить, что за рулем автомобиля и в качестве пассажира находились именно эти обвиняемые. В случае доказательства вины подсудимым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет по каждому из предъявленных пунктов обвинения. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаметов, Республика.